Вот хуже всего, если оно будет таким же. Я, правда, не вижу, куда оно может еще развиваться, потому что, ну, как-то вот периодически, значит, где-то всплывают, допустим, те приемы, которые там 10-е годы были, потом 70-е, потом смотришь там, допустим, советское телевидение 80-х годов, и вот как бы до сегодняшнего дня, и видишь, что вроде как бы прогресс он вот идет, то есть это и по зрелищности, и по подходам, и по тематикам, которые все больше и больше там показывают. Но мне кажется, что это телевидение, оно на каком-то уровне вот уже дошло, и что дальше-то? То есть больше как бы ты уже не втиснешь этот формат. Это как вот театр. То есть ведь в театре, хотя там какие-то новаторские вещи там происходят, но в принципе театр находится на пределе уже своих возможностей. То есть я не представляю, что можно еще. Сейчас интерактивный театр ввели, и все, это, по-моему, последнее слово уже, что можно делать. Соответственно, телевидение, возможно, тоже там на каком-то уже финале своем развития.